Добрый вечер, дорогие друзья. Как ваши дела? Сегодня у меня тренинг в Алмате был, ну, первый день. Завтра будет второй день тренинга в Алмате. Вчера прилетел только из Уральска, вот, в Алмату для проведения тренинга. Ну и домой, конечно. Как ваши дела? Что у вас нового, друзья? Сейчас ходили на улицу, прогулялись немного. Очень долго не было времени и сил, честно говоря, проводить прямые эфиры. И сейчас вот вышел в эфир. Думаю, получится у нас, не получится. Но завтра у меня тренинг. И если не получится с кем-то поработать, то, во всяком случае, немножко поделюсь своими планами на будущее и, ну, кому интересно, и 20-го приходите, круто. Вот. В Атырау был недавно, в Уральске провел, то есть запад, да, сейчас, потом в Алмате, и потом на следующей неделе поеду в Актюбинск, из Актюбинска поеду в Астану. 2-3 марта буду в Астане тренинг проводить, и после Астаны я приеду, и мы проведем тренинг, по-моему, в Алмате, и потом мы поедем в Дубай. После Дубая прилетим, и мы полетим уже в Америку, вот это, в Лос-Анджелес. Там будет воркшоп, как они называют. Будет, если получится, тренинг получится, мастер-класс, мастер-класс, в общем, вот так. Дубай будет 7-8 марта, вот где-то в те даты. А мы из Дубая вернемся и в Алмате будет. Вот. Так, наверное. Это что, супруге подарок тоже в виде Дубая. Вот на 8 марта. Там этого праздника нет, у нас есть, и поэтому решили так сделать, обойтись. Вот. Что еще? Вроде так, да, пока все. И о, круто, молодцы. Спасибо. Я не знаю, насколько это все круто, но в любом случае это hello. Это такое, как сказать, приключение, наверное. И я у вас был индивидуально, но все ваши сообщения, видео не сохранились. Я поменял свой телефон, можете еще раз скинуть. Здравствуйте, неподготовленному человеку стоит идти на тренинг, вам сможет ли он... Стоит, подскажите, пожалуйста, как... Только он должен хотеть. Злость, я чего не могу понять, злюсь на всех. Это злость надо прорабатывать. Вот, это надо прокрикивать, это надо выпускать агрессию внутреннюю, и тогда вот отпустить все. Ужасно эмоционально выгораю, дыра такая высасывает. Приходите на тренинг, на индивидуальную сессию. Вообще лучше на тренинг приходите, там проработаемся. Здравствуйте. Вот. Спасибо за ответ. Такие дела. Так что работаем, бегаем. Отдыхал в январе чуть, и сейчас начал работать опять и в старый режим ходить. Очень сложно было настроиться. Какая настройка перед тренингом нужна? Подготовка или запрос самой себе делать? Нужно просто понимать, для чего это надо. Вот, поэтому так, что по поводу блоков лишнего веса? Не знаю, я лишним весом я не занимался, но если рассматривать блоки эмоциональные, то это неудовлетворенность собственной жизнью, да? То есть, значит, где-то есть неудовлетворенные ваши эмоциональные затыки, если про эмоции, есть гештальты незавершенные, которые тоже помогают, и
Вот. И если у вас вы эмоционально будете счастливы, вы не будете это заедать, вы будете себе относиться более щадяще и по-доброму, и поэтому всякую фигню в себя пихать не будете. Вот. Сам я избавиться от лишнего веса. У меня сейчас есть прогресс какой-то, но он не такой, какой бы я хотел, но я это списываю на свой график, да, то, что я постоянно в перелетах, и это очень сложно на самом деле. Перепрыгивать то часовые пояса, то этот, и мне кажется, что я из-за этого как-то, возможно, ем, ну, вы психолог, ну да. Здравствуйте, я впервые читаю, захожу подробнее, можно какие-то тренинги. Тренинг – это эмоциональная свобода, я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела. То есть все блоки, они остаются в теле, и от них очень полезно избавляться. Психолог ли я? Я психологом буду в мае месяце, по-моему, или в июне будет у меня защита диссертации, поэтому тогда я смогу уже смело называться психологом, пока еще нет. В Алмате вот я сейчас. Привет, привет. Вот, поэтому такие вот дела. Так что планы на год, на 2019. 2 марта собираю. Супер, приходите. Классно. Как дела? Все хорошо. Вот, скоро к вам приеду в Актюбинск. Вот, и работаем, строим планы на будущее. И я надеюсь, что будет, в общем, все планы осуществляться. В октябре скоро, да, уже, по-моему, на следующей неделе приеду. Уже путаюсь немножко в датах, потому что постоянно куда-то лечу, уже без ежедневника я не понимаю, когда и где буду, поэтому у меня в телефоне все мои передвижения, перемещения, сессии индивидуальные, где кто, кого я встречаю, в общем, ну, все там. Здравствуйте. Если есть какие-то темы, которые вас беспокоят или о которых вы хотели бы поговорить, вы задавайте, я. Внучка боится собак панически, ей 8 лет, это нормально. В принципе, мне кажется, это возможно, скорее всего, без не надо, мне кажется, по этому поводу паниковать, потому что 8 лет собак боятся, это нормально. Вот. 8 лет, мне кажется, я тоже боялся собак. И я не знаю, насколько панически, потому что, ну, ощущение после тренинга, вы лучше, наверное, знаете, отзывы есть есть страничка отзывы у меня, есть отзывы в ВК, есть отзывы в Фейсбуке, лучше там почитать, что люди пишут, да? И сейчас, 20 числа, по-моему, мы будем записывать отзывы, которые после индивидуальных сессий, после тренинга, в общем, я прошу людей, чтобы они пришли. Мы берем съемочный день один операторов, в общем, будем записывать. Я не знаю, пока мало людей собралось там, но почему-то наши люди отзывы дают, ну, как-то нежелательно, особенно на камеру, очень сложно их вытащить, поэтому не знаю, сколько получится, там 8-10 отзывов. Сейчас соберем видео и тоже будут и в Инстаграме, и в Ютубе выложу это все. То ли нас в соцсетях не хотят это проговаривать, то ли как, но то ли день неохота, ну, час уделить или там 20 минут, не знаю. Я сейчас в Алмате, офис или куда подойти, вы лучше пишите на WhatsApp, я вам все отвечу, потому что вы спрашиваете про цены и более организационные моменты, и это все в WhatsApp будем обсуждать.
Тренинг сейчас он идет, то есть первый день уже прошел, вам смысла нету в этот тренинг попадать, лучше попадите на который будет в марте. Двадцатиоднолетний сын боится темноты, это уже вот это прям проблема, это да, это ну, с этим надо будет работать. Я был на тренинге, чувствую свободу и легкость. Вот вам отзыв, супер, спасибо. Обычно результаты после тренинга в какой период? Они у всех по-разному. Обычно после тренинга результаты прям в этот же день. Да, то есть человек чувствует, что ему стало легче, как-то лучше. Вот. Насколько хватает, мне часто спрашивают, это уже зависит от того, как ты живешь. Да? Если ты живешь ну, в ладу с собой и с миром, и с окружающими, тогда проблем нету. Если у тебя, если ты в стрессах каких-то, в конфликтах, то тогда, ну, тогда не так надолго хватает. Там кто-то мне на WhatsApp фигачит сообщение. Не всегда могу сразу ответить на сообщение, потому что то у меня тренинг, то я в самолете, и очень сложно, да, и иногда по 2, по 3 дня люди ждут от меня какой-то реакции, а я не могу. Я боюсь, что в себе меняет. Как с этим можно бороться? Не боритесь, оставьте тогда как есть. Если вас устраивает то, что вы, то, что с вами сейчас происходит, лучше оставьте, ничего не меняйте и не портите себе настроение. Потому что когда начнутся изменения, будет уже поздно. Это как прыгнуть с обрыва, потом уже ты не можешь это остановить. Но первый шаг, он тяжелый. Здравствуйте, когда я хочу плакать, у меня ком в горле, спазм, хочу сильно выплакаться, не получается, что делать? Надо плакать. Это, знаете, ну, можете прийти, я с вас выдавлю. Мне иногда кажется, знаете, что я иногда пробую с нашими людьми работать без насилия, да, там, не давить, там, не хлопать никуда. Но наши люди, по-моему, так не могут. Нас с детства привыкли забивать эту боль, терпеть, не выпускать и, в общем, с нами очень сложно в этом плане с чего-то выдавить. Поэтому, когда, ну, поэтому без физической такой, без физического воздействия это, ну, не получается той скорости, которая могла бы быть. То есть по высвобождению. Поэтому всегда хочется плакать, не знаю почему. Но это обиды ваши. Если хотите проработать, тоже вот письма прощения. Забейте в Ютубе письма прощения. И выйдет мой ролик. Прослушайте его внимательно, как писать. В комментарии там прикреплен. И просто берите и пишите. Ну пусть слезы текут. Что делать? Надо плакать до конца. Больше вы ничего не сделаете. Кто-то хочет на индивидуальную сессию прямо сейчас? Выйдите ко мне, подсоединитесь в эфир. Здравствуйте, в Кызылорде я пока не бываю и пока даже что-то, честно говоря, не планирую. Один раз я там был, но это было давно и хочется кричать, кричите, здравствуйте. Если кто-то хочет сейчас проработаться, выходите в прямой эфир ко мне. Благодарю вас, хорошего вечера. Благодарю. Вот, и сейчас можем поработать, подышать с тобой. Если, ну, нет, нет, еще, то мы сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте, в Москву приедете. В Москву я приеду в мае, наверное, в конце. Даты чуть позже утвержу, потому что, скорее всего, это будет после... Ну, не скорее всего, это будет после прилета моего в Казахстан обратно из Америки. И потом... Но я надеюсь, что я график сделаю до Америки, выкуплю билеты, и я точно вам скажу, когда я буду в Москве. Напишите мне на WhatsApp имя, фамилию и город
то, что вы из Москвы, и я сделаю перед переездом рассылку где-то, ну, за 2-3 недели. За месяц, может, если получится. Потом напомню чуть ближе, за неделю. Вот. Москву, да, хочу. Давно я уже не был, соскучился. В Москве появились уже свои любимые места, там какие-то кафешки, ресторанчики. Прогулочная карта уже какая-то своя в голове, да, то есть что надо, куда обязательно надо прийти, куда не обязательно. Вот. Поэтому друзья появились в Москве. Вот, поэтому хочу. В Питер, не знаю, пока не планировал, потому что если брать Москву и Питер отдельно, то, ну, если ездить, то это надо на неделю, не две надо приезжать в Россию. Вот, и поэтому, не знаю, пока в Питер пока не зовут. В Москву, в принципе, тоже пока не зовут, но я сам что-то там пытаюсь организовывать. И поэтому по телефону сеанс здесь. Смотрите, все, что я сейчас делаю, если мы, вот сессия, которая в прямом эфире, это она публичная, и мы с тобой поработаем, и я это все выложу в YouTube. Но она бесплатная. Все, что касается, все, что по телефону, индивидуально или там личная встреча, это все за деньги. Вот примерно такое это все. Хочу в прямой эфир, выходи. Поработать. Что значит хочу продавить глаз? Хочу прямой эфир продавить глаз. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваши дела? Спасибо, хорошо. Я вот никак не могла словить прямой эфир. И вообще, спасибо, что вы приняли меня в прямой эфир. Ты у меня же была уже или не была? Вас нет, не была. Я была у вашей ученицы. У Макпал были? Да. Ага. Вы из Астаны? Да, из Астаны. Ага. С чем пришла? Что хочешь проработать, что сделать? Проработать мне нужно левый глаз. Правый. Он у меня не до конца. Не до конца. Левый. На мужчин, да? Ага, правый. Левый, мне его нужно до конца продавить. Он у меня не до конца не продавлен. И с ушами у меня тоже что-то. Они у меня до сих пор заложены. Я не могу. Не знаю, что мне делать. Они у меня не этот. Заложены, в общем. Угу. Угу. Тебе сколько лет? 26. Телефон поставь так, чтобы тебя было видно. Закрой глаза и давай подышим, посмотрим, что у тебя там будет. Можешь? Я даже не знаю сейчас, как телефон поставить. Ну, попробую. Чтобы тебе было видно просто. Ага. Сейчас. Данюка? Данюка, иди к папе спать быстрее. Возьми одеяло. Быстро, быстро, быстро. Ага. Одеяло возьми. Нет, Данил. Ну так вот нормально? Так нормально. Ты сидишь? Да. Все хорошо. Закрывай глаза, подыши. Я буду разговаривать, ты дыши, процесс начнется, я к тебе это обращусь, ладно? Закрывай глаза, дыши глубоко, я пока пообщаюсь. Вдох через нос, выдох через рот. С клаустрофобией, в общем, приходите, лучше продавимся, прокричитесь, проплачьте. Что значит продавить глаз? Это вот так. Лично можно по телефону, можно. Но это уже на WhatsApp пишите, и там договоримся по времени, по деньгам, потому что я не это. Угу. Вот так.
Здравствуйте. Сейчас. Дыши глубже. После тренинга можно прийти на индивидуальный прием? Конечно, можно. Давай. Еще дышим. Может кого-то колбасить сейчас в прямом эфире? Да, может. Если будешь дышать и подключишься, будет та же колбасить, как я не делаю, допустим. Дыши. Вот. Еще. Здравствуйте, вы можете помочь с тремором головы? Можно. Получается, но гарантии дать не могу, это зависит от, ну, от многих каких-то вещей. Может, призрак, что за призрак? Дира, как дела? Ощущения в теле? Ну, пока только свои легкие чувствую, ну и дышу. А в желчи напряжение не чувствуешь? Печень. Где? Желчь, печень. Блин, знаете, с биологией не дружу. С правой стороны под ребрами. И не могу понять. Что... Под ребрами справа. Да, да, да. Да, да. Дыши глубоко. Положи туда руку, дыши глубоко. Ну, это сзади. Спереди. Спереди положи. Туда же, только спереди. Спереди? Прямо под ребра. Вот так. Ага. Справа. Давай. И оттуда выдыхай. Все работает с полимерным мозгом. Бонжорно. Выдох, 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 давай, давай. Из-под желудки теперь пошло. Вот так. О, Жанна, привет. Индира, ощущения какие? Мне трудно выдыхать. Ага. Еще? Ну, кажется, меня всю трясет. И, ну, не знаю, и через нос, и вдыхать, и выдыхать. Правый висок? Зудит. Вот, дыши глубже. И говори, я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Угу, не дыши. Я люблю и принимаю мужчин.
Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. А теперь из груди боль выдыхай. Давай. Выдыхай. Вот так. Вот так, вытаскивай эту боль из души. Проговаривать? Проговаривай, но выдыхай, да. Боль чувствуешь, да? Вот здесь. А ну, в груди вот тут? Тут, да. Ага. Ну, вот в груди, ага, да. Давай. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. Я люблю и принимаю мужчин. А? Дыши глубоко, не отвлекайся. Я люблю и принимаю мужчин. 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 Фу, мне давай, давай, тебя сейчас вырвет вообще, по-моему. Стошнит, давай, давай. О, Боже. Я люблю и принимаю мужчин. 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 Давай, 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 плачь. Я люблю и принимаю мужчин. Мне кажется, я сейчас отключусь просто. Я тебе сейчас отключусь. Я люблю и принимаю мужчин. 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 Давай, давай. Я люблю и принимаю мужчин. 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 Давай, давай. Я люблю и принимаю мужчин. Так, теперь из желудка напряжение. Выдыхай. Вдох, выдох. Вот так. Давай, выдохай. Ага. Давай дальше. Что там происходит? Вот в голове только зуд сильный и все. Давай. И вот, и дыши сильный. Зуд сильный у тебя. Говори я. Имя. Индира. Яркая. Яркая. Красная. Любящая. Любящая. Любимая. Успешная. Счастливая. Женщина. Женщина. Вдох. Вот. Повтори, что запомнила. Я Индира. Любящая. Успешная. Счастливая. Женщина. Люблю мужчин. Uh-huh. Все. Страстная. Ага, молодец. Еще? Повторять? Что, чтобы ты еще что-то забыла? Дыши глубже. Говори я. Я Индира. Я Индира.